Там дед, может, пусть говорят, выступил по поводу ситуации вокруг меня. Лев Евгеньевич. Вот Илюх. Вот он действительно лох. Пусть говорят, точку поставил, знаешь, пик, знаешь, оформил, знаешь, где точку, знаешь, свою, знаешь, определил, знаешь, свою политическую, знаешь, и филантропическую, знаешь, как философ. Там дед, может, а у Илюхи Аванков, страшно, ну да, я просто догадался, там дед, может, говорил Илюхе, Илюх, ты лох, знаешь, с детства, потому что вот это не знаешь,